Так, здравствуйте, мои друзья. Меня зовут Бравкович Татьяна. И я консультант компании «Сибирское здоровье». Вы сюда пришли для того, ну, все по-разному. Кто-то уже зарегистрировался в компании, кто-то еще думает. Что я вам хочу рассказать на этом вводном уроке? Я хочу вам рассказать, чему вы со мной научитесь, чему я вас буду учить. Вообще в интернете предлагают много различных обучений, но чем отличается мое обучение? Тем, что, ну, во-первых, вы не будете ни за кем бегать. Во-вторых, ваши клиенты и ваши консультанты, они будут сами к вам приходить. И именно для такого результата рассчитана вся технология обучения. Значит, чему мы будем с вами учиться? Перейдем сразу к сути. Ну, во-первых, нам нужен с вами что? Товарооборот. Для того, чтобы был товарооборот, нам нужно заинтересовать нашего клиента. Для того, чтобы у нас появились консультанты, нам нужно научиться обучать наших клиентов и наших консультантов. Вот что, в принципе, мы с вами и будем делать. Значит, первое. Мы с вами научимся оформлять шапки профиля своих аккаунтов. Мы научимся с вами оформлять контент. Мы научимся с вами писать интересные посты. Значит, научимся привлекать клиентов. Мы научимся с вами делать воронки, в которых наши клиенты потенциальные будут греться, у них будет создаваться доверие, и потом они в результате будут вашими клиентами. Мы с вами научимся создавать аудиторию, научимся снимать видео. У каждого из вас появится свой YouTube-канал. Мы с вами научимся проводить прямые эфиры. Научимся создавать лид-магниты. Это такие мини-книги. Не пугайтесь, я сама первую книгу уже написала. Я вас научу, как это делать. То есть мы с вами будем делать все для того, чтобы человек, который попадает на ваш аккаунт, чтобы он там грелся, чтобы он зрел и в конце концов становился вашим клиентом. Такую ситуацию я наблюдала и наблюдаю у себя в YouTube. YouTube я развиваю уже давно. У меня там 1300 подписчиков. И с YouTube приходят ко мне, то есть у меня происходит регистрация, люди регистрируются, люди делают покупки. Ну и в связи вот с такой сложной ситуацией, вот почему я все это перенесла в интернет? Потому что сейчас весь мир работает онлайн. Все наши магазины, все наши офисы, я думаю, что они, наверное, если мягко говорить, прикажут долго жить. Потому что выдержат они этот карантин, не выдержат, не знаю. Но компания, вот от компании, такое, скажем, пришло не очень веселое, не очень веселая пришла информация. Это мне сообщил мой наставник, мой лидер. Ну да, она лидер. Она как говорит, вернее, там говорят, что этот кризис для многих закончится крахом. То есть кто-то кинет эту работу, кто-то перестроится, а кто-то начнет с нуля. Ну что значит начать с нуля?
Вот я, например, начала с нуля, несмотря на то, что у меня есть команда, у меня есть опыт, и в компании я это давно, и как и опыт употребления продуктов «Сибирское здоровье» у меня достаточно богатый. Но и тем не менее я начинаю с нуля онлайн. Но так как есть опыт общения с людьми, есть опыт знания продукта, то есть все это помогает создать, скажем так, ту систему, которая будет работать онлайн. И она мне очень здорово помогла. То есть прежде чем к вам выйти вот с таким предложением вас обучать, я сначала все эти этапы прошла сама и прохожу их по сей день. Я вам буду давать то, что я уже сделала сама. Вот, и то, что мне приносит результаты. Вы знаете, я от этих действий реально получаю очень хороший отклик. Раз вы пришли ко мне сюда, значит, результат есть. Вот, значит, результат есть. Так, теперь я вам обещала подарок. Я, значит, прошла марафон 7 уроков по созданию онлайн. И этот марафон я вам даю в подарок. А еще я вам подарю ссылку, которую я купила. Это готовая воронка, которую вы будете, вам ее не надо будет покупать, которую вы будете давать своим людям, своим консультантам, не клиентам, консультантам, которые захотят учиться и захотят развиваться. Что на данный момент для нас важно? На что пойдут люди? Ну, во-первых, здоровье важно для всех. Компания производит очень качественный, действенный и доступный по цене продукты. Это раз. И во-вторых, обучение. Понимаете, вот все говорят, вы быстро начнете зарабатывать там в течение месяца, вы то-то, то-то, то-то сделаете. В результате человек приходит, получает просто, ну, тупо мотивацию, и ему говорят, делай, делай, действуй. А что конкретно делать? Что? Человек не знает, как конкретно действовать, что конкретно делать. Вот здесь мы с вами будем совершать конкретные действия, причем на примере. Я вам сейчас открою вот эту программку 7 уроков. Помимо моих обучений, я вам сразу скажу, вот те обучения, которые вы будете от меня получать, это уже адаптированные обучения под компанию. То, что я вам сейчас открою, это общее. То есть там будут готовые тексты, там будут много готового материала. Но этот материал нужно подстроить. Значит, и сразу вам скажу, у вас, так как вы новички, так как вы еще ничего о компании не знаете, вы ничего не знаете о продукте, то есть первое время мы с вами, значит, вы будете делать то, что я вам скажу. Ну, во-первых, вы заведете аккаунты, зарегистрируетесь везде, Одноклассники, Контакты, Facebook, Instagram. И YouTube. Надо обязательно это сделать, чтобы у вас все это было, потому что мы должны быть с вами везде. Эти соцсети у нас будут с вами связаны в воронку. И человек в этой воронке будет ходить по кругу. Он будет получать подарки, он будет читать различную информацию. То есть человек должен быть к вам как приклеенный. Вот эта информация, она должна быть настолько вкусной, настолько сладкой, настолько полезной, чтобы он просто буквально не мог оторваться от ваших аккаунтов. Понимаете, он должен найти в них полезность. И мы с вами эту полезность будем создавать. То есть у вас будут
на первое время в вашем распоряжении мои тексты. Вот, вы ими сможете воспользоваться, но попутно мы с вами будем все это учиться делать. В прямые эфиры мы будем с вами выходить первое время вместе. Обязательно вместе. Я обязательно буду вас поддерживать, я буду вас учить. Вы будете учиться обязательно. Хотите вы этого, не хотите, видео снимать. Обязательно. Сначала вы их будете присылать мне. И только потом мы с вами будем уже создавать к этим видео текст, чтобы это было эмоционально. Вы можете зайти ко мне на YouTube канал и посмотреть, как я это делаю. А все технологические шаги, как и что делать, я вам подробно расскажу в видео. Я вам это все покажу. Вы этому всему научитесь. И как создавать те самые книги, и как писать те самые тексты, как делать те самые воронки, как делать видеопродажник. Вот после того, как я с вами сейчас вот пообщаюсь, перейду к своим, как говорится, делам, буду писать очередные посты и буду размещать в Инстаграме. Так, теперь я вам сейчас покажу, какой вы получите подарок и какое у вас будет профессиональное обучение. Так, прибыльный Инстаграм. Здесь нам, значит, обещают перейти к урокам. Так, и нам обещают 70 шаблонов для оформления профиля в соцсети. Мысль очень, конечно, хорошая. Вот обучающий. Так, давайте перейдем к урокам. Значит, что вы здесь будете делать? Так как я уже в этой программе присутствую, значит, вводим имя, email, телефон. Значит, получить доступ в подарок. Щелкаем. Сейчас придет вот сюда сообщение. Вот. На электронную почту пришло уже сообщение. Сейчас оно здесь у меня высветится. Так, вот вам открыт доступ. Пожалуйста, подождите. Так, вот, пожалуйста, поздравляем. Так, перейти к программе 7 шагов онлайн-бизнеса. Значит, у вас будет вот такой вот. Здесь, кстати, марафоны. Еще и другие марафоны есть. Так, смотрим. Помоги и заработай благодарность. Так, ведет это Анастасия Говоркова. Так, здесь у нас, вот смотрите, посмотрим всю программу. Так, подготовка и упаковка шапки профиля в соцсетях, визуальная психология. Это обязательно нужно, потому что мы должны знать все, как ведет себя наш клиент, на что он реагирует, что он воспринимает. То есть все это, я вам это тоже все буду рассказывать, потому что вот все вот эти занятия, я все это адаптировала под компанию. То есть вы уже будете получать готовое. Вот я в этом во всем разбиралась, я сидела и просто разбиралась. Значит, смотрите, как создать контент, целевая аудитория, лид-магнит, ежедневные действия типа воронок. Ну вот, если сейчас вы подумали, что, ладно, я это делать не буду, мне все равно расскажут, вот это вы сейчас подумали зря. Это нужно будет сделать. Почему? Потому что вы должны понять, как это работает. Понимаете, да? То есть я вам даю, для чего я вам даю готовое? Для того, чтобы вы быстрее начали зарабатывать. Но чтобы вы не сидели все время на готовом, потому что, вот понимаете, оно должно быть ваше.
Понимаете, это должно идти из вашей души, это должно человека притягивать. Вот в том, что я вам дам, там моя энергетика. Вот. Это мое. Это, скажем так, это рождалось несколько недель. Вот то, что я создала, это рождалось несколько недель. То есть вы, по сути, должны родить свое, чтобы оно действительно работало. Мое работает, но надо, чтобы было ваше. Вы знаете, я вам приведу такой небольшой пример. Когда я работала офлайн и сотрудничала с офисом, мы начинали опять же работать уже в интернете, всякие разные способы использовали, разные обучения смотрели. Все это у нас было. Но у меня пришла мысль, думаю, а почему бы не использовать, ну опять эту мысль мне подкинули, почему не использовать объявление в газете? Тем более, что хозяйка офиса этим пользовалась. Но я пошла немножко другим путем. Я давала объявление о работе. Понимаете? А я такое объявление дала, чтобы мне захотелось пойти на эту работу. Понимаете, вот чтобы оно меня грело в первую очередь, чтобы мне хотелось идти, вот чтобы оно чтоб вот сюда вот так вот упало, вот, и да, я действительно пошла бы на это объявление. То есть нужно создать то, на что пошли бы вы сами. Вот что нужно создать. Значит, дальше. Какой был результат? И люди ко мне пошли. У меня были презентации. Я после работы неслась в офис, проводила различные собеседования. То есть я встречалась с людьми, регистрировала, занималась с ними. Но когда я сказала другому, другой человек мне говорит, он тоже консультант, он меня спрашивает: слушай, а вот как вот у тебя так вот это вот получается? Я говорю, да все просто. Я говорю, идешь и даешь объявление в газету. Система была такая. У нас в субботу были мастер-классы. Вот. Кстати сказать, если вы получили мою книгу, там как раз это все описано. То есть в субботу у нас были мастер-классы. В четверг выходила газета. Там вторник и четверг. Я старалась ее дать объявление где-то во вторник. В среду оно, скажем так, в набор уходило. В четверг выходила газета. В четверг у меня разрывался телефон. Четверг и пятницу. И на субботу я собирала людей. Так как у меня было мало опыта в проведении мастер-классов, и, скажем так, у меня еще не было столько знаний и маркетинг-плана, ну и вообще во всем остальном. Но был рядом более опытный товарищ. Я этих людей сначала отправляла на мастер-класс, и потом, после мастер-класса, он уже попадал ко мне в руки. И я ему рассказывала, как мы с ним будем обучаться. Вот. То есть принцип был такой: человек попадает на мастер-класс, пробует продукт, там понимает, что этот продукт классный, он действительно работает, и потом он знакомился уже с маркетинг-планом. И вот таким образом я набрала себе команду и вышла на 5000 баллов. У меня доход по тем деньгам был где-то 15 тысяч, это дополнительный заработок, это в тех годах давно. Вот. Сейчас приходится создавать все заново, но опыт, который я приобрела в те годы, он и здесь очень здорово помогает. Значит, мы с вами вот это все проходим. Я вам даю уже готовое. Вот, мы с вами создаем, учимся, запускаемся, и к вам начинают приходить люди. И вы к этому должны будете быть готовыми. Значит, у вас сразу возникает вопрос, куда одевать человека, который вдруг пришел. Если у вас уже достаточно, скажем, уверенности, вы этого человека
вы ему даете. Значит, я вам сейчас открою так, отсюда я уйду. Я вам дарю в подарок уже приобретенную мной ссылку. Вот на эти самые обучения. То есть так просто вы человека, вот видите, инструменты роста. Я себе приобрела вот такой вот инструмент. Вот эта ссылочка. Я вам ее буду давать для того, чтобы вы ее отсылали человеку, который к вам придет, который захочет обучаться. То есть вы его сразу посылаете на те самые обучения. И плюс он будет обучаться у меня до тех пор, пока вы не научитесь это делать сами. А вы должны будете это научиться. В результате вы должны будете знать продукт, и вы должны будете научиться обучать людей. То есть вы научитесь всему тому, чему я вас учу, и таким же образом будете учить своих людей. Вы создадите в результате свои собственные обучения. Вот это будет, если вы хотите быть лидером, если вы хотите быть успешным человеком, ваша цель научиться и зарабатывать. Ну, соответственно, у вас будет набираться команда, и вы должны будете их уметь обучать, скажем так, уметь предлагать продукт, уметь обучать людей. Потому что весь смысл в том, чтобы увеличить свой товарооборот. Так, значит, еще буквально пару слов по поводу товарооборота. Значит, я специально вам дала ссылки, а те, кто не зарегистрировался еще, ссылка будет здесь внизу на регистрацию, ее нужно будет заполнить. Привилегированный клиент. Почему привилегированный клиент? Потому что в компании маркетинг-план предусматривает быстрый старт. Что это такое? Потом мы с вами все это разглядим подробно. Это уже в следующих обучениях. Сейчас мы уже с вами заканчиваем. Там показано, сколько денег вы сможете быстро заработать. Это большое количество денег. Это деньги платятся не только за ваш товарооборот и за товарооборот вашей структуры, а и за то, что за скорость. И это хорошие деньги. Поэтому пока что вы клиенты, вы набираетесь опыта, у вас нету никаких обязанностей делать 100 баллов. То есть вы покупаете продукт, вы его пробуете. То есть вы понимаете, у вас есть, как говорится, время на понимание. Вы понимаете, подходит вам этот продукт, не подходит, нравится он вам, не нравится, готовы вы его, как говорится, предложить людям. Потому что если вы не употребляете его, как вы можете о нем, как вы будете о нем рассказывать? Вот если я его пью, я им мажусь, я его ем, я с ним делаю все. Вот. И я рассказываю свой результат. Понимаете, я людям показываю свой результат. Даже купили простой крем, даже купили простую зубную пасту. Вот об этом, обо всем надо обязательно рассказывать. Вот. То есть у вас сейчас нет никаких обязательств. Вам не нужно делать вот эти 100 баллов. То есть 4 месяца у вас есть на раскачку. То есть на понимание, подходит, не подходит, будете, не будете. У вас есть время создать воронку, создать весь материал, научиться вести свои соцсети. То есть, как у вас вот ляжет оно, по душе вам будет это, не по душе. Останетесь вы в компании, не останетесь, если на тот случай вам продукт подходит,
обучение продвигается, контенты там пишется, создается, все это делается, пошли клиенты. Как только пошли клиенты, сразу нужно будет перевестись в консультанты. Вот этот шаг платный, и он стоит 250 рублей. Смешные деньги, 250 рублей. Вот, и вот с этого момента, как только вы перевелись в консультанта, но у вас уже пошли клиенты, у вас уже пошли обучение, а если пошли клиенты, значит, уже можно будет планировать рост структуры и рост товарооборота. Растет товарооборот, растет структура, растет зарплата. Ну, не зарплата, а ваш доход. Здесь уже, как говорится, тут как по накатанной пойдет. Вот. Поэтому сейчас вы привилегированные клиенты, мы учимся, мы создаем, и потом, как только у вас появляются свои клиенты и консультанты, мы переводимся в консультанты и полный вперед по быстрому старту. И забираем все деньги, которые лежат в компании. Вот. Что мне в этой компании понравилось, сейчас вот еще буквально там, вот еще чуть-чуть, пару слов. Что мне понравилось в компании? Ну, до этого я в другой компании работала, давно это было. То, что, вот знаете, вот есть конечный какой-то, есть какой-то результат, есть какой-то большой приз. Ну, вот, допустим, Mercedes. Вот, но там действительно есть Mercedes от компании. Вот, но если вы по пути закрываете, а по пути вы закрываете еще программы, вы забираете не только Mercedes, но и все награды, которые там есть. Все, что вы по пути захватываете, вы это все забираете. Потому что я знаю, что есть компании, где есть, скажем, главный приз, и если вы идете к нему, вы забираете только его. Если вы идете там к какому-то там призу, вы забираете только его. То есть больше исключает меньшее. Здесь такого нет. Так, на этом мы с вами первое обучение закончили, вводное. И кто не зарегистрировался, здесь внизу под этим видео есть ссылка на регистрацию. Регистрируйтесь. И следующее обучение уже будет только для тех людей, которые зарегистрировались. Вот так. До встречи!